Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, я вам покажу мод на подарки для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, после установки данного мода, в вашем мире Майнкрафта появятся настоящие подарки, которые вы сможете использовать, но, к сожалению, эти подарки будут за вами охотиться и будут пытаться вас убить, но все же, если они вас догонят, то они взорвутся и смогут вас и вправду довольно сильно ранить. Но, наверное, уже многие догадались, что данный мод заменяет криперов. Но, друзья, если все же вы сможете их убить, то вы получите с них настоящий новогодний подарок, то есть случайный дроп. Давайте посмотрим на этот чудный мод. Для этого, друзья, мы должны заспавнить случайного крипера. К примеру, вот такой подарочек заспавнился у нас. И теперь мы должны его просто-напросто убить. Убиваем, друзья, и получаем, к примеру, алмазики. Довольно хороший новогодний подарок. Давайте, друзья, заспавним следующий подарок. И также его убьем. И как видите, он пытается уже сбежать. Сейчас нахожусь в режиме креатива, поэтому никто меня не убьет. Мы получили, друзья, яблоко и 2 алмазных меча. Это просто суперский подарок для майнкрафтера. Собственно, друзья, убиваем и получаем пузырьки опыта, которые катятся по льду. Это просто замечательно. Как понимаете, данный мод довольно классный, но все же будьте осторожны, потому что данные криперы стали маленькими, и заметить их теперь довольно трудно. Но если вы не успеете их убить, то они взорвутся, и ничего с них вы не получите. К сожалению, вот так, друзья. Поэтому, чтобы получить свой подарок, вы должны потрудиться, как всегда. И мы в этот раз получили еще один подарок и получили книгу. Кстати, друзья, голова крипера, ну, довольно прикольно, могу сказать, друзья. Что ж, давайте убьем последнего крипера на сегодня, то есть сломаем последний подарок и посмотрим, что нам дропнется. Дропается нам 2 стака пузырьков опыта и 1 лук. Что ж, друзья, довольно хорошо и очень хороший проработанный мод сегодня у нас был на обзоре. Поэтому ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал. Ну и до скорых встреч!